Добрый день. Краткий обзор отеля Sansol Ecoland. Отель находится в 40 минутах езды от аэропорта. Отель состоит из двух частей – Дюна и Лагуна. В Дюнах проживает персонал отеля, а в Лагуне проживают туристы в трехэтажных корпусах. Ресепшн расположен в Лагуне. Номер стандартный, довольно-таки просторный. В номере большая двухспальная кровать. У нас был номер с очень красивым видом на мангровую лагуну. На балконе два стула и столик для отдыха. Большой вместительный шкаф с сейфом и многочисленными полками для одежды и место для чемодана. В номере телевизор, зеркало, холодильник. Каждый день в холодильник ставят большую бутылку воды. Ванная комната с туалетом в номере большая, просторная. Есть фен. Душевая большая, полотенце меняют каждый день, шампунь и мыло есть. В лагуне между корпусами расположен большой бассейн. Здесь происходит выдача полотенец с 8 утра до 7 вечера и бар, который работает с 11 до полуночи. Сразу за бассейном расположен ресторан «Тилапия», где проходит завтрак, обед и ужин. По дороге к морю вы увидите прекрасную мангровую лагуну сразу за ресепшн. В течение дня вы можете взять лодку на прокат и кататься столько, сколько вы захотите. В мангровой лагуне большое количество диковинных птиц и очень красивые пейзажи. По дороге к морю есть еще один бассейн. Дно бассейна выложено камнем, и поэтому вода кажется в нем изумрудной. Над бассейном расположена терраса для отдыха. Здесь также есть бар. Здесь же находится магазин с продуктами и алкогольной продукцией. Цены в магазине на алкоголь очень низкие, такие же как в супермаркетах, и по порядок дешевле, чем в Duty Free. Есть также шоколад, чипсы, напитки, мясная и молочная продукция. Здесь же расположен большой детский бассейн, детская игровая площадка и детские комнаты для игр. Далее вы проходите красивую пальмовую рощу и попадаете на пляж комплекса «Лагуна». Пляж большой, просторный, до моря 100 метров. В наличии всегда есть лежаки. На море всегда волны, но если вы пройдете 500 метров вправо, то увидите тихую, спокойную лагуну без волн. На пляже есть бар с приветливым персоналом и ресторан, где вы можете пообедать. Между комплексами «Дюна» и «Лагуна» расположен большой комплекс спортивных площадок, беговые дорожки и дорожки для катания на велосипедах. В комплексе «Дюна» находится самый большой бассейн в отеле. Здесь также производится выдача полотенец. Есть бар. Рядом есть тренажерный зал, кинотеатр и спортбар. Здесь проходят дискотеки. Здесь есть бильярд, теннис, современный игровой клуб. Сразу за бассейном расположен пляж комплекса «Дюна». Пляж находится в расслабляющей тенистой роще пальм. На пляже есть бесплатный прокат лодок, бар с прохладительными напитками. Здесь же вы можете пообедать, а после обеда перекусить гамбургерами. В выходные на пляже играют различные музыкальные коллективы. Вечером вы можете посидеть в любом из 5 баров, сходить на дискотеку, спортбар или на пляж. В комплексе «Дюна» проходят различные концерты по вечерам. Работают спортивные площадки. Вечером очень красивая подсветка. Приятно просто прогуляться по отелю. Можете подняться на гору с маяком, чтобы полюбоваться прекрасными закатами. Территория отеля чистая, ухоженная. Вежливый, приветливый персонал. Сервис стараются держать на высшем уровне. Всем хорошего настроения и приятного отдыха.